и нервы на детстве скоро. А это сейчас летнего солнцестояния одна из такая специально сделала для передачи эстафеты. Сейчас ты посмотришь. Я там где-то конверт. Это благовоние очень много, но подержи. Только не люблю себя. Просто. Держи. Я возьму те, которые старые приехали. Thank you.
Там как фигурка. Как ощущение? Положить просто здесь где-нибудь опереть огонь. Котенок тоже решит. Помнишь, как ты его считала? Вода и зеленая волна, да? Зеленый свет. Или как ты? Море и зеленая энергия. Море и зеленая энергия. Сейчас еще с землей с этим, с растениями сплетаются. Такие с огнем. И наполняет пространство. Свои какие-то желания, мечты можешь тоже наполнить этим образом. Огонь всегда отражает вибрацию, которая находится в помещении. Ну, на этом основаны чистки и все остальное. Видишь, какое? Очень похож на те свечи, когда я световой язык. Или рисую, или просто внутри там это идет. Или произношу эти мантры на языке света. Есть такие. Сейчас не буду смешивать потоки. Хотя хочется завернуть. Такая тут, ну, мерцающая темнота такая инопланетная. Я, ну, будто в стае, да? Как-то так ощущение инопланетное. И расширяю донатик. И этот. И пламя становится иногда кристальным. Я показывала одно из пламен. Меня Мария спрашивает. А что там в этой свече? Она совершенно отличается от других, и в ней какое-то совершенно другое ощущение. Вот там был язык света. А здесь тоже какая-то особенность. Вот так неожиданно все перешло в облик. Вообще-то я посмотрю пораньше, постараюсь сделать. Будет несколько свечей на 23-21. Этот портал осеннего равноденства. Я хочу и чистку, и наполнение сделать. В общем, такое для всех. Что захочешь, можешь посетить. Если я буду не удивить. Видишь, кристально он необычный. Полутьма появляется. Кстати, а ну подержи пару секунд.
Это мантра Будды медитации. Чуть-чуть, а потом еще две поставлю. И потом покажу свечу Будды медитации. Это в тот же день делалось. Кстати, эта свеча, знаешь, когда делалась? Когда вот кулончики, ну, свеча, вот он такой же стоит. Я морозки один взял. На дракона почему-то похож. Туман какой-то. Я когда эту свечу делала, я не думала, что я ее буду сжечь в честь Будды медицины статуэтки. Я тогда об этом не мечтала. Но хотела. Вместо Мурти модельничек. Свеча, да? Она должна все освещать. По идее, такая большая свеча, тут все должно было бы быть. Но не в нашем случае. Такой внутренний холодный фиолетовый огонь. Помнишь, что такое писала тоже? Как космический корабль какой-то внутри, плазмоиды, да? Как окна, которые мы строим. Вон. Как будто живой пузырь в пространстве такой. Плазмоид.
общем, вот это яйцо дракона, например. Есть несколько таро с такими светящимися яйцами. Ну, маленькими дракончиками. Это была, это вот, вот этот. Между драконом и конем ветра. Сделаем еще один потом с другой свечой, чтобы видно было завтра, может, не. Что эта свеча хочет таких вот таинств. Завтра дойдем. Сейчас еще одну мантру поставлю. Я знаю, что ему снится. Он на планке. Терезе тоже снится. Такое ощущение, что я не буду снять. Начнется кристальная игра. Так всегда, когда я собираюсь.